Ты как хотел. Так, это какая у нас уже с Амалем? Так, ну го, Уокера, не бан. А? Го. О, Амаль. Алан. Один к одному. Ого, унижение. Не-не, говорит. А если я на сапе? Если я на сапе? А, забрал инвокера. Ай, Криса. Первый Рекса физ дэмэдж, а не пур. Да. Безушка. Без разницы, я в теме никого не знаю. Окей. Как надо на легиончике. Ой, да это симба. Вообще хотел бы увидеть тебя с нагингом в одной тиме против Амали и Азы. Аза сейчас не стримит, видишь, как бы. Но отдавать я не хочу. Там еще Сларк. Так, Амаль на этом. На x10, 5-10. Да сколько получается? Пятерку ты хочешь? Пятерку ты хочешь? Но ты все равно, типа, ты знаешь, ты, я так понимаю, ты собрался закидывать этот, мне этот собрался закидывать. Донат, за топ. Донат за топ решил мне закидывать, поэтому как бы ты так решил, может отыграться еще получится. Да, от души. Кто на коре вивер? А он на сигне взял. Но 85-й это не 83-й, ребят. Он, Амаль, может думает, что тут чисто маг на Магнусе так же, как и на 83-й. Сейчас забахаю, но... Стоит задуматься о том, что здесь коридоры намного шире. Здесь расстояние намного больше. Тут уже немного не так. Читаешь меня? Да я всех читать стараюсь. Так стараюсь читать, но просто не успеваю иногда. Так, ну го, с Амалем в команде, надо же с Амалем в команде хоть разочек досыграть. Парень адекватный, по кайфу с такими людьми играть. Погнали. Сейчас будем душить там Сларки еще. БКБ-ха. БКБ-ха. Посмотрим, как центральную встанем. Виндра. Опс. Походу. Опс, походу, поставила. Привет, Хейн. Я недавно начал играть в первую доту. У меня бесит разтановка клавиш на спеллах. Менял лаунчеры на экап не помогает. Подскажи, что делать. Не знаю, но я играю в дефолтных кнопках. Допустим, SF это ZXR, P и прочая тема. Нормально проблочил. Давайте еще переагрим. Хорош. Да не ты что, бро. Хорош, пусть бедолага. Дай инвокеру подышать. Инвокер тут и так дышать не будет. Печалька. Хорошо. Пока стоим нормален. Кен, ты хорошо фармишь, это преимущество. Я в нормальных играх я хреново фармлю. Промах.
Прикольно, да? Жалко. Хорош. Пойдет. Все, погнали по чуть. Разгоняемся. Хорошо. Отлично. 6-6 пойдет. Не добью. А-а-а, жесть. Печалька, госсапог. Госбоковой. Хорошо. С кем? С Legal Assassin? Нет, не играл. Кто это? Я не знаю, кто это. Хорошо. Ну все, сейчас в ежовых будем держать его просто. Главное на ХГ закрепиться тут. И на дальнем койле держать, и все. На дальнем койле. На дальнем койле и поехала. Промах классический, одна штука. Нормально что-то преобразовывает там. Сейчас ботл сделаем. Хорош. GG. Так, ботлик надо мне. Скатти Ред, брат, не знаю, не видел. Честно, не играл. Я бы сказал, если играл бы. Кто там новичок в доте? Да забей. Вот это я задушил этого бедолагу. Не знаю, что делать. И, парни, можно мне ботлик, плюс? Рекуру. Рекуру. Ну, если что там, если на топе прям сложно все. Да, на топе сложно. Амаль. Возьми. Я норм. Ладно, мне реюзнули, да? Все, рекуру. Хорош. Ну, нокер, да, погиблый. Я его душу как могу тут. Ловы. Хорошо. Ну, легкий мид получается, да? Отлично. Легкий мид. Да, кто на вокере? Не знаю, парнишка какой-то. Подписчик, наверное. В первой катке написал, что едет родину счет. Удачи тебе, вернись целым, только ценности в голове подменили. Ты не понимаешь. Братан. Не понимаешь. Чего под тэшка? Well.
Я тут чисто как надсмотрщик хожу. Павари. Че, через лотар, ребят? Или дагер? Сколько на вокере трениться надо по количеству игр адекватно все делать? Не знаю. Даже не всегда получается у меня отыгрывать на инвокере. То есть, ну, именно качественно отыграть. То есть, понимаешь, в чем смысл слова качественно отыграть на инвокере? В том, чтобы ты мог спокойно таймить. Таймить настолько жестко, чтобы прям вообще уф. То есть на вокере главное понимание инвокера — это уметь таймить на нем. То есть если ты таймингово все делаешь, то это вообще пушка. Если не умеешь таймить, то это ГГ, брат. Почему ты не стал соглашаться? Так я же согласился, ты что, не слышал, что ли? Ты че? Дагер. Через лотар просто там найкс, парни. Через лотар можно будет найкс одушить. Давайте запушим уже. Хотя, блин, рановато пушить, потому что у меня нету слота. А уже поздно. Уже надо аквилу включать и ломать до конца. Хорошо, задушили. Дагер, РП, да, дагер, парни. В любом случае. Все-таки комбинация, которую я хочу сделать здесь амалем, это как раз красивую игру. Парень прыгает, дает РП, не оттягивает, я прыгаю и сносим. Почему нет? Прыгает и сносим. Отлично. Дамага. Ты не соглашался? В смысле? Ты чё, перемотай. Спасибо, ребят, всем, кто на стриме от души. Но эта катка, походу, будет легкая, да? Ну, 2-8, что-то пацаны там еще и огрызаются. Там Сларк еще этот вонючий. Ненавижу Сларк. Так, ну не хватает золотых. Копеечек. Все, хватает. Big round. Фига там суета. О, пацаны задайвили, езжи. Пацаны задайвили. О, найс, каел. Будет плюсик? Да, мана нет, печалька. Палахи в этой катке уже раздаем, бро. В прямом эфире. Уже раздаем. Койл прокосили. Дагер, не благодарим, мы просто делаем свою работу. Спасибо большое. Благодарен. Давайте на активчике. Сек. Сек. Ро. 1-7. Хорош. Что там, дагер есть у Амали? Дагер копейки. Тревел эй сделаем. Еще бары ждешь, что каждую долю секунды. Есть такое. Что там, варды в центре? Отлично. Так, он за дагером пошел. За дагером пошел. О, найс. Сейчас еще 11-й. 11-й. Как доту с нуля скачать? Зайди на мой канал. И напиши Warcraft на английском. Тебе вылетит там Warcraft'ик, который у меня. Так, нужно travel. Ой, сейчас подвяжет, да? Travel можно, и можно вздыхать. Не, я спалил его, жалко. Реквейм готов. Если реквейм нет. Нормально. Хорош, пойдет. Так, а чё, у меня кнопки есть. Почему бы и нет?
А не, барочка. Барочка не надо. Хорошо. В принципе, свою задачу выполняем, ребятки. Контента пока что еще не видно было. Контента пока не видно. О, там фит пошел. Фит пошел. Если типа я тут РПХу хорошую поставить, можно будет комбу цкнуть. Хорошо. Пойдет. Гасим, бро, гасим, не переживай. Я сейчас еще руну возьму. Еще руну инвизибилити. Инвизибилити. А пацаны камбэчат даже. Так, гоу вот этого. О, щит. Задушено нормально. Инвокер там кнопки здраво нажал. Хорош. Рампашки будет. Я не знаю, я хочу, чтобы Амаль поставил этот. Равагу хорошую. Ой, Равагу. РПшку. И можно будет сделать вещи. По красоте чисто. Чисто по красоте. Insufficient mana. Задушиваем. Фармим пока, есть золото. Может попробуем старого эсэ... Блин, но тут нет, тут сларк, тут рофлить нельзя. Тут БКБ-ху надо делать. С БКБ-хой. Стак, спасибо. Спасибо за стак. Там Рубин Ассасин еще может подытывать, подкусить немножко ножку. Рубин Ассасин лютый. Ща БКБ-ху. Аркадий Варкрафтович, понимаю. Люто ты сказал. Есть ли ребра Дезоль скилл на минус армор Невера суммарное? Конечно, все это суммарное. Был у меня такой видос, ну гайд. Я же гайды делаю, правильно, да? А, я вроде гайды делаю. Вот, и видос такой же был у меня, где я собирал СФ и дезолятор, плюс кираса и это все под этим. Под этим, как его? Под... Это круто было. Еще одно. Слот Беланча, подчеркивание тебя. Окей, бро. Так, ну я тут лишний фарм делаю, парни, надо отойти туда. Так, Беланча Тиам, давай на next тебе захолжу. Спасибо, бро. Погнали, на Б сходим. Что-то я потерял с покатки, на самом деле. Не надо так много фармить. Погнали. Не бьет это. Понимаю. Хорошо, всем жопу размазали. Пойдет БКБХ есть. А 15 минутка, ну понятно было. Давайте Рошана стакнем. Стакнем Рошу. Хорошо, успели отвести. Сейчас два Рошана будет. Там ребята душатся. РПХи нету, да? Инвокер там на таких лоуха пойдет. О! Что за свапы? Руин гейминг называется. Вот это свап от Венжефул, конечно. Это свап. Видели Венга, что делает? Свапает как. Там убивает Шишир. Так, еще патрон, блин, нафиг. Погнали на топ.
Умали людей на стриме... Умали меньше людей на стриме, но больше лайков, как думаешь, накручен? Нет, ставят ребята, он же просит ставить лайки, наверное. Я не прошу-то ставить лайки. У меня сколько, 600-700 человек собирается, смотрят. Лайки я не прошу ставить. Каждый ставит, ну, как хочет. То есть я все равно стрим удаляю из-за авторских прав, поэтому, ребятки, кто хочет, лайк ставит, кто не хочет, тот не ставит. Все же логично, понятно, приятно. Глиммер. Хорош, четвертый чисто. Рошан на 10, на 10. Блин, я чё? Я Рошан не стакнул. Блин, надо было стакать по-другому. Да, реквеймка готова. О, Ляша делает браконьер. Разбийник чисто. Ну, сейчас Карапас нажмет. 3, 2, 1. Поехала. КД. 7 секунд. Все, дагер не просираем. Байтим. Хорош. На Екс. Пришел парень. Пойдет. GG. 20 минутка против сларков. Против всякой грязи. Задушили быстро. Еще бы проиграли, да, прикиньте? Еще бы проиграли. Ой, найс. Пойдет. Хорошо сделано, хорошо сработано. Так, где там Саша Яша? Поехали. Уф! Сашу Яшу не покупаю никогда. Магнус хорошо сделал. Он молодец вообще, понял? Поймал, потащил. Ну, чисто видно, знаешь, не пропьешь вот это все дело. Поймал, потащил. Нормально. Agreed. Капитал КГУ. Давай, бро. КП1 таль, подчеркивание, КГЭУ и слот брать. ЭУ и АУ, АУ. Хорошо, бро, сделаем. Спасибо тебе большое, родной. Давай на next. Надеюсь, катка будет поинтереснее. Ребята все лютые по донату зашли. Они просто смотрят такие, а, что ты там, Амаль, изи, что-то, хен, изи, дай-ка я сейчас покажу, кто тут папа. И потом заходят такие, знаешь, там, 0-6, 1-7, 3-7. Такие, ой, блин, не пошло. Бывает, ребят, ну, на самом деле не стоит смотреть там, знаете, типа на КДАшки на ранние, вот эти там 0.7, там 1.7. Все катки камбэчатся. Вон как вот катка на Риксаре. 1.4 был Хинозис. Че, не камбэкнул, что ли? Камбэкнули, блин. Причем за счет команды камбэк. Ну, бро, это лишнее, мне кажется. Где там Амаль Докторович? Он доктор идет, ну. Я без него не хочу, хочу этот, знаете, так, красивый. РП, я сейчас бы туда, РП, да хороший байт идет, РП туда надо. Байт хороший идет. Ждем, ждем. Ждем, байт хороший идет. Байте, байте, байте. Байт хороший. А, не попал чуть-чуть.
Сейчас Карапас нажмет. А, он не будет ждать, он не знает, что в этой версии Карапасы можно в инвизе давать. Соболезно. 20-я минута, быкуем, бро. Что делать? Инвокера в меду уничтожил. Что еще нужно для полного счастья? За суета. Все по разным сторонам разбежались, как Криси. Во-во-во, байт собирается, да? Чи нет, чи да. Они так расходятся влево-вправо. О-о-о, вьюльчик. Чисто загнали их там, бедолаг. Ну, я пушить пойду. Фонтану с боем рук. Понимаю. Еще надо ждать, пока этот РПшка, соточка. Или пойдем душить. РПшка 100 секунд. У меня еще КДшка. 16 бы взять. Сколько было бы. Ломаем. Че там по РП? Долго еще, да? А стоп ломается. Вот это я тут раздаю. Давай тащи, говори. Не-не, бро. Не-не. Такое себе. Хорошо. Пойдет. Чё, можно со Шьеш одним кликом купить? Конечно, я же показывал в этих видосах, ребятки. Вот чё. Я же показывал. Где там мой дезолейтер? Миллион лет не собирал это говно. Go bottle в помойку. Ульт КД. Погнали. Сия дезолятор, ща покажем, как надо дамажить. Хорошо. Так, ну у меня 40 сек. Ульта. Лотус БМ, ульта, да, 3х обратка. Я ж показывал это же видос, пацаны, вы че. О, да ладно, вот это там лютая дамага. О, хорош. Ля как хорош. Это просто без шансов. Пацаны, просто бесшансовые. 25 минут. Это называется видос, а что если с Амалем в одной команде? Называется. GG. Вещи одним кликом на 85-й карте покупаются. А, там Найкс в рейджи. Найкс в рейджи там был. Ну, нормально, задушили. 25 минут, но это просто ГГ. Пацаны, ну, такое. Такое. 25 минут, так сомалим. Че, one more time сыграем, наверное, еще. GG.